Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, в браке с женой почти 4 года, пишите вы. Ну, здесь, как мне кажется, сразу возникает вопрос. Вы встречались до брака по вашим собственным словам. Какое-то время. Вот, давайте постараемся понять, что общего-то между вами. Ну вот, именно общего между вами, что. Что вас объединяет. Это, мне кажется, достаточно важный момент, что вас связывает. Вместо 6 лет, есть дочь 3,5 года, последний год как-то разладилось все. Как-то разладилось все, это что? Что-то максимально общее звучит. Стали раздражаться друг на друга по мелочам. Аноним. Знаете, стали раздражаться друг на друга по мелочам. Вот вроде бы говорите что-то, а в то же время ничего. Потому что вы ведь стали раздражаться. Ну, то есть вас стало что-то. Не устраивал. Вам стало что-то неприятно. Вас стало что-то раздражать. Ну так вот, и давайте постараемся определить, что именно вас -то стало раздражать, собственно говоря. Ведь почему-то вас это раздражает. И я не думаю, что хорошей идеей является то, что вы говорите за себя и за свою жену. Мне кажется, что вы можете говорить только за себя. Не можете говорить за свою жену. Ну, потому что у нее своя история, как бы. А у вас своя. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, очень важно вам именно этот момент учитывать. Вот. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь. Вот. Следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, значит, что вы не очень отдаете себе отчет о том, что вам не нравится. То есть вот, ну, именно вам. Что вам не нравится. Что вас не устраивает. Что вас напрягает,
что вам тяжело, что вам неприятно. Вот по моим ощущениям, как будто бы вы не очень хорошо в этом отдаете себе отчет. Потому что, ну, вроде бы вот вас что-то раздражает. Вроде бы. Вроде бы. А что раздражает? Не очень понятно. Вроде бы вам что-то не нравится. А что не нравится? Не очень понятно. Да? Понимаете, я надеюсь, что я имею в виду. Поэтому давайте постараемся с вами и разобраться, собственно, откуда именно у вас раздражение. А почему именно у вас раздражение возникает, да? Вот. Ну, на чем основано именно ваше раздражение? Важно ли это? Да, конечно. Но с этим нужно разбираться. Так вот, просто вы в этом можете разобраться. Вряд ли. Так просто. Понимаете, да? Я надеюсь. О чем идет речь? Дальше идем. Так, значит, интим нет, говорит, что дело не на мне, не чувствует себя сексуально, живем в моей квартире. Ну, это может быть связано с тем, что вы перестали уделять ей вот то внимание, которое ей нужно. Да. Такое вот вполне может быть. К сожалению. То есть, если вы перестали давать ей ощущение, что она привлекательна, если вы перестали давать ей ощущение, что она желанна, то да, такая история вполне могла произойти. Вот. Женщина не может не чувствовать себя сексуально, когда не чувствует внимания мужчины с ее стороны. К себе. Когда не чувствует внимания мужчины к себе. Вот. И, соответственно, это ее, конечно, может травмировать. Но, вот, поэтому, опять же, крайне здесь важный момент. Вот. На который, мне кажется, вам нужно обратить внимание. Это связано с тем, когда. Да? Когда это началось. Вот. Конкретно. Там вот. Когда конкретно это случилось. Вот. И что было там условно перед этим. Да? Ну, то есть вот. Что происходило между вами перед тем, как это вот началось. Вот. Может быть, вы сможете что-то вспомнить. Вот. Ну, скорее всего, я думаю, что скорее всего вы что-то помните, просто может быть. Почему-то, может быть, просто не уделили внимания, что-то вот на чем-то не заострили внимание. Ну, вот, а как бы это было важно, ну, это было важно.
Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Так, родители у нее иногородние, живем в моей квартире, родители иногородние, вот я думаю, может быть просто удобно жить со мной, а на стороне появится кто. А как вы приходите к этой мысли? Вот. Ну, то есть, допустим, вы правы, допустим. А как вы приходите к этой мысли, что у нее кто-то появился? Вот. То есть это что? Это неуверенность в себе, это неуверенность в, ну, вот, в собственных силах у вас, неуверенность в том, что вы можете быть там, ну не знаю, привлекательны, неуверенность в себе. Или, может быть, дело в чем-то еще. Ну, это важно, конечно, вот, крайне важно было бы на это обратить внимание, ваше, вот, я бы сказал, потому что это неуверенность в себе, а вас она может тянуть за собой. Вот. Такие дела. Дальше. Значит, следующий момент. С другой стороны, почему не идет не совсем? Здесь у вас как будто бы, знаете, такое вот что-то вроде апатия, вот, как будто бы, вот, и как будто бы вам ваша жена не важна, вот, а к себе вы относитесь, типа, ну, уйдет, не уйдет. Уйдет, не уйдет, все равно делать ничего не буду. Вот. Как-то вот так это выглядит. То есть какая-то такая пассивность здесь у вас проявляется, на мой взгляд. Вот. Не то, чтобы это было прям вот хорошо даже, ну, даже для вас. Не то, чтобы это было прям супер даже для вас, вот, поэтому я бы, конечно, обратил бы здесь ваше внимание, вот, на то, как вы к себе относитесь. Вот. Дальше. Раньше она всегда пыталась проводить время вместе, последний год просто забила на мои личные отказы. Так, а почему ей не забивать, если вы ей все время отказываете? Вот. То есть, как это работает? Вам кажется, что она должна снова и снова что-то предлагать вам, несмотря на то, что вы все время отказываете, или как? Как это вот по-вашему, ну, как это по-вашему должно работать, как это по-вашему происходит? Вот. То есть, ну, вы отказывали, вот она, условно говоря, не хочет больше, как бы ничего предлагать, вот. А вы, собственно, из-за чего отказывали-то? Ну вот вы сами, как вот так вышло, что вы отказывали? Я как женился, стал ленивым, никуда не хожу, типичный домосед. Так, а как вы опять же к этому
относитесь к тому, что вы стали ленивы. Вот. Как вы сами к этому относитесь? Ну, как вы сами к этому относитесь? Вот. То есть, хотите ли вы там условно, ну, менять что-то? Или вас все устраивает? Дальше. Поэтому она для меня в основном проводила время с подругами. Дальше мне нравится, отдыхаем друг от друга, сейчас стало напрягать. Подскажите, что мне же сделать, чтобы наладить отношения с женой? Ну, может быть, для начала как-то вот смотреть в сторону того, чтобы быть более активным, то есть как-то вот вспомнить свои интересы, точнее, даже может быть не так, посмотреть, почему вы стали забивать на свои интересы. Вы же, как мне кажется, натурально на них стали забивать на свои интересы. То есть вам перестало, как я понял, вам перестало нравиться то, что вы делали раньше, как вы женились. Так, конечно, бывает. Вот. Но разобраться с этим, как мне кажется, было бы весьма не лишним. Вот. То есть посмотреть, поисследовать, вот, значит, может быть, вернуть вам ваш интерес. Вот, вспомнить, каким вы были, да, то есть вспомнить, какой вы и так далее. Может, ну, понятно, что сейчас, может быть, вы, как бы, ну, сейчас вы уже, вероятно, изменились, и таким, как раньше, понятно, вы уже не будете, это очевидно. Но вам не нужно, вам нужно просто найти себя, может быть, заново. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, хотите ли вы этого. Вот. Если хотите, то можно вам в этом, как мне кажется, помочь. Вот. Но это, повторюсь, только если вы хотите этого. Вот. Потому что у меня, например, есть вот такое ощущение, что вы не очень хотите. Дальше. Вы спрашиваете, как наладить отношения с женой. Мне здесь смущает именно то, что вы говорите, как наладить отношения с женой. Потому что отношения, сами по себе отношения, это, ну, в общем-то, довольно такая пустая история. То есть это, ну, за этим ничего не стоит. Совершенно. Вот. Отношения просто отношения, и все. Куда важнее сам человек. Вот тут начинается самое интересное. В каком смысле? Самое интересное. В том смысле, что интересен ли вам человек, вот сам по себе человек, интересен ли вам? Если человек интересен сам по себе, если вам хочется с ним взаимодействовать, хочется там, не знаю, его узнавать, хочется
что там для него делать, вот, то это хорошо. И вот это нужно делать. Вот. Вспомнить, что вас объединяло, если помните, если помните, я задавал вам этот вопрос. Вот. Я спрашивал у вас о том, что между вами общего. Вот. Вот, собственно, в этих направлениях, вот, как мне кажется, вам и нужно двигаться, вот. А дальше время покажет. А дальше психотерапевтическая работа, если вы ей займетесь, она поможет вам увидеть точки соприкосновения с женой. Вот. Понимаете? Мне кажется, как-то так вот. Какой-то вот, мне кажется, такой ответ можно вам дать с точки зрения значит, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения, условно говоря, моей философии. Вот, если вам это, конечно, откликается. Да? То есть как бы понятно, что если вам это не откликается, то ничего особо здесь не поделать. Но я надеюсь все-таки, что хоть немножечко вам это откликнется. То, что я вам рассказал. Вот. Вероятно, у вас у самого определенный кризис в жизни. Вот, раз вы не особо куда-то хотите, да, не особо чего хотите. Вот, может быть, у вас самого есть небольшой кризис. Вот. И вот эта пассивность может как раз с ним быть, с этим кризисом связан. Вот. Поэтому тут только вот такой примерно может быть вам ответ. Да? То есть спросить себя, вы исследовать себя готовы? Вот вы ну, заниматься собой готовы? Вот. Если да, то вам более чем можно помочь. Вот. Если да. Если вы думаете, что ситуацию можно решить, найдя, условно говоря, какой-то ключик, нет. Нет. К сожалению, нет. Такого ключика просто не существует. Потому что все индивидуальные, пара индивидуальная, как бы вы индивидуальны. Вот, и то, что может там условно пройти одному человеку, не подойдет другому. Вот, поэтому вариантов здесь довольно много. Вот. Поэтому у вас стала падать уверенность в себе. Вот. Совершенно, на мой взгляд, логично, потому что вы перестали что-то делать, и перестав что-то делать, у вас
теряет ощущение своей силы. Вот. Супруга, она также это чувствует. Вот. Но повторюсь, ключевой момент, вот ключевой прям момент в том, что, вы говорите, значит, что жена перестала там, там пытаться что-то предлагать, да, перестал пытаться. Из-за моих вечных отказов. Вот. Так, а вот как бы вопрос, а чего вы ожидали? Вот, ну, то есть, как бы, что она как бы будет продолжать ну, биться в закрытую дверь или что, что? То есть, как бы, ну, вот. Чего вы ждали-то? Вот. Не очень, сейчас, честно говоря, понятно. Не очень понятно. Не очень понятен ход ваших, ну, ваших мыслей здесь. Вот. Я могу его в принципе отследить, да? Вот, могу, в принципе, его отследить. Но вот хотелось бы, чтобы вы дали обратную связь по нему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать значит, работу над собой. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи и будем надеяться, что ваша ситуация будет разрешена.